Я всегда говорю, не тратьте время на обиды. Это разрушает вас изнутри. Моя формула такова. Хорошие люди принесут вам счастье. Плохие люди наградят вас опытом. Худшие дадут вам урок, а лучшие подарят воспоминания. И нужно ценить каждого, потому что источник нашей мудрости – это наш опыт, а источник нашего опыта – это наши ошибки.